Всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay, мы продолжаем играть в Cry of Fear. Мы закончили здесь, нам пришлось оставить винтовку тут и вообще в прошлой серии здесь. А что это такое? А... чего? А ключ? Давай используем. Нет. А что это такое? Инвентарь переполнен. Ладно. Смотри, я в прошлый раз не замечал, что здесь вот это все есть, а? Да вот это возьмем. Сейчас, что мне бросить? Что можно? Блок, ключи. Бляха-муха, ну не хочу я ничего бросать. Ладно, ладно. Так, хочу посмотреть, что это. Вы подобрали батарея. А, комбин. Да? А, подожди, не стой. Вот это вот давай, комбин вот сюда. Есть. Нахер это говно. Ты бросишь? Подбирай это. Дроп. Во. Смотри, сколько их у меня здесь. Вот это я подберу. Во-вторых, эквип сюда. Наконец-то. Теперь у меня... Подожди. А теперь... А что мне... А мне пистолет, наверное, на тройке, да? О! Прям как раньше. Прям хорошо. Пойдем. Конечно же, по. Мы что, дураки, что ли, против идти? А я не помню, а куда мне идти-то здесь? Так, сюда не пройти. Я уже и подзабыл, куда мне здесь идти. Надо же куда-то ключ использовать. А куда его использовать? Блять. Там кто-то стреляет. Там опять эти... колясочники или... прикованные. Где стреляешь? Кого стреляешь? Где ты? Ой-ой-ой-ой, а это вот он, да? Да, блять, как ты меня попал? Тебе что, харчма летит по дуге, что ли? Иди сюда. На! Ты видишь, а я хотел оставить. А я оставил, было бы хуже. А ты откуда здесь взялся? Здесь не должен быть. Я же отсюда пришел. Дал. Ой. Еще один. Два. Их два здесь еще. Где стреляют? Кто? Давай. Я готов. Где оно? А где... А, вот они, блядь, ёбаный в рот. Беги. Так, ща. Подожди. Надо с этим закончить, во-первых. Ты чё спустился? Ну, ёбаный в рот. На. Я и целиться не буду. Просто на. Еще двое. Их здесь по... их не было тут. Или я тут не был. Без понятия. Пойдем, короче. Куда идти? У нас должен быть ключ. Здесь? Закрыто. Давай... Ой-ой-ой-ой-ой. Да мне не нужны ваши. Нет, не сюда. Пойдем дальше. Пойдем, вот она, дверь. Нет. Не сюда. А ты можно пройти? Можно, смотри. Да, можно пройти. Так, идем. Идем. Так, а это странно. В прошлой серии же я сюда заходил? Нет, я сюда не заходил. Или заходил? Где я? Прикинь. Я не знаю, где я. А зачем мне сюда надо? Сейчас мы вернемся к этому вопросу. Пойдем сначала посмотрим, что тут. Может, здесь есть что-то нужное. А, здесь не поддается. Значит, 100% сюда идти. Так, ладно, пойдем. Фонарик включи. Ты ебаный говно! Ясно. На-на-на-на-на-на-на.
На-н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 а. Да попади ж ты в нее. Мразь, как ты здесь вообще оказалась у меня за спиной? Вопрос на миллион. Как ты там оказалась? Вот скажи мне, как? Как ты тут оказалась и как так случилось, что я опять вот такой вот не включил таймер? А вот я сейчас включил. Ну, будет немножко длиннее серия, ничего страшного. Да ёбаный, хватит меня пугать! Вы заёбли! Хорош меня пугать! Я только зашел в игру, вы уже здесь пугаете меня вовсю. Так, а есть что-нибудь? Я как будто первый раз играю. Хотя у меня был небольшой перерыв. Я как бы наперед записывал. Так, пойдем сюда. Можно, прикинь. Сюда можно. А туда можно? Я не понимаю, что за развилки. Мне это ж подбешивает. Знаешь, это неопределенность, куда идти. Так, ага. Здесь кто-то есть. Я отвечаю, здесь кто-то есть. Опять это мразь. Опять это тварь. Опять это скотина. Ля, ты слышишь, машины ездят-то? Машины-то ездят? Так, я не понимаю, мне сюда зачем? Ой, блядь. Мужчина, вы ворвались сюда без... Нихера, мужчина. Мужчина. Блядь, ну почему? Ну что за говно? Давай сохранимся. Как мне расширить инвентарь, скажи мне? Как это сделать? Я хочу все подобрать, а не получается. Мне надо что-то бросить. Блядь, давай бросим инвентарь. Ебаха! Ты что, дурной? Ты кто такой? Ты как так вырос? Иди сюда. Это ты? Кто ты? Воин. На тебе. На еще. Так, ясно. Перезаряди. Сейчас, секунду, перезагряжается следующая партия. На, блядь. На, сука. Я вообще правильно? Я стреляю вообще в него? Нет? На. О, теперь попадаю. Здорово. Сдохни, мразь. Я сейчас патроны на винтовку всю использую. И тогда возьму. Да? Зачем? А как мне сюда попасть? А если я сюда сейчас перепрыгну, оно ж потом туда не перепрыгнется? И мне не надо, я просто проверить. Так, открой. Я хомуха, не хочу я туда прыгать. А вдруг я не получу потом ее, а? Так, давай. Давай. Да я не хочу ничего бросать. Ладно, пойдем, все. Опа. Давай. А он не хочет. А зачем я в него стрелял? Если он не хочет. Или он хочет? Подожди. Ты хочешь? Нет, он не хочет. Так, секунду. Раз ты не хочешь... Ну все-таки ж надо ее поднять. Давай чисто я брошу. Вот так, да. И чисто подыму. Я просто хочу посмотреть, сколько здесь обойме. Z. А что Z? А, типа... Ну, бля, в рот, сука. Наоборот. Ладно. Я за тобой вернусь. Пойдем, короче. Нам, походу, не сюда. Мы сюда пришли только за винтовкой. Я тебе говорил, что М-ка будет или что-то подобное. Потому что я подымал патроны на именно это говно. Пойдем сюда. Здесь кто-то сидит. Ты слышишь? Блядь, ты и тут! Ты почему и тут? Он тут! Секунду.
Да. Я, короче, хочу использовать все патроны на винтовку, просто вот потому. И потом вот это я подниму. Ты ж вот это, да? Нет, во. Сюда я вот так поближе. И пойдем. Откуда здесь эти здоровяки-то взялись еще? Так, секунду. Давай, подбираем и пошли. Я тебе сейчас покажу, кто здесь главный. Где? Где проход? А, вот он же проход, да? Просто он не может здесь брать какую-нибудь фигню, чтобы я видел. Так, патроны у тебя полные, так что ты должен прям вот максимально в нему втреснуть так хорошечно. На! Сдохло. Походу. Давай еще вот так возьмем. Тебе что-нибудь падает? А ты вообще больно бьешь? Может, ты не больно бьешь? Может, тебе не надо на эти патроны тратить-то? Откуда вы взялись такие здоровые-то? Здоровые, красивые. Ты ебаный в рот, залезь назад. Что это было? Да ебаный ты гандон. Подожди. Я сейчас вернусь. Я вернусь. Подожди. Вот так. Хочешь? Выходи. Да ебаный в рот. Откуда ты еще один взялся, говно? Да, блядь, все надо перезаряжать. Вы заебут. Я буду. На. На, блядь. Подожди. Подожди. Нельзя. Нельзя, подожди. Да подожди ты, я хочу перезарядиться. Подожди. Да не трожь меня, подожди, я такой, да. На! 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 Сдохни, сука, мразь. Так, перезаряжаемся. Ну смотри, сейчас патроны все эти закончатся. И все. А я М-ку оставил, да? Да, точно, я ее оставил. Так, не поддается. Это ж мы вернулись. Здесь же Софи, нет? Лежит. По крайней мере... Ёбаный мудак. Что это? Что это? Ничего? Включи свет. Нельзя выключать свет здесь. Здесь их много должно быть. Как в прошлом парке. Да? Да, сука, я знаю, что вот здесь много. Лопата. Ну нет, ну не надо. Я не хочу лопату опять копать. Нечего здесь копать, здесь все откопано. Нет? Или есть что копать? Может, все-таки вот это место надо копать? Все-таки взять покопать? Возвращаемся в копатели онлайн. Да ну не хочу. Все, отстань мне. Не хочу я ничего копать. Мне хватит патронов до конца своей жизни. Отстань. Вот это вот плохо. Ты хочешь сказать, почему пистолетом? Да потому что мою дубинку спиздили. Я тебе могу... Пройди в серию раньше. Посмотри, она так и называется. Мне забрали ее, дубинку. Серьезно? Я тут? Так я же тут был. Я ничего не понимаю теперь. Вот теперь я вот полностью запутан и ничего не понимаю. Типа... А куда ключ ставить? Вот у меня есть ключ. Может, я вообще не в те дебри пошел? Если не... А зачем? Здесь нету никого. Ладно, давай сюда залезем. Просто чисто гипотетически я не понимаю, куда идти. Так что мы здесь проверим на ключи все двери. Не поддается. Это не значит, что закрыто.
Не работает. Все, отстань. Не работает, идем дальше. Здесь. Нет. Не работает. Нет. Не работает. Ничего не работает. Сюда. Так. А, ну это же наверх поднят. Зачем мне подниматься наверх? Не работает, не работает, не работает. Все. Здесь делать нечего. Не понимаю, зачем меня сюда вообще привели. Может, чисто докопать то, что я не докопал. Как я не хочу дальше копать. Все. Короче, здесь нечего делать. Идем назад. Зря только убивал этих больших монстров. Хотя, может, там есть куда пройти дальше. Но я столько патронов потратил. Это как бы... Как бы да. Как бы несправедливо. Лопата. Я думал, что-то другое. Ты мне опять лопату суешь. Так, вот. Вот оно место. Я думаю, это другое же, да? Давай это откроем. Открой. От чего ключ? Ключ в... Да, на Роналд Стрит. Роналд... Подожди. На Роналд Стрит. Роналд Стрит. Я пытаюсь додумать, и что-то не получается. Так, Вестерн, Престон Роад. Ну, Роад, сюда. То есть мне точно вот сюда. Это стопроцентная информация мне. Сюда. Так, ну. Вот это надо как-то перелезть, значит. Все-таки перелазить, да? Ну, раз он здесь был, значит, точно можно перелезть-то. Так, походу нет. Дурной, сука. Да перелезь ты отсюда. Че, застрянь давай, блядь. Короче, нет, все. Не ебу куда идти. Вообще без понятия. А, давай вернемся. Походу, эту серию мы вообще никуда не пройдем. Потому что все везде не работает. Вот, закрыто. Открой. Сука. Вот ты сука. Ты падаль. Она не хочет открываться. Так, вот что-то, может, ты откроешься? Не работает. Да, насрать, не работает. Все, давай. Нет. Идем назад. Так, я опять тут. Ага, здесь нет. Здесь нет. Идем, будем проходить. Что, смотреть, где открыто, где закрыто. То не открыто. Отсюда не хочет, это не хочет открывать. Возвращаемся. Не хочет. А там нет. Сюда, а нет, я отсюда пришел. Сюда нет. Мы идем сюда наверх. Здесь сюда ушел доктор. Вот он ушел именно куда-то сюда. Вот сюда я пошел. И здесь типа хлю. Ты дурной. Не делай так больше никогда. А сюда нужен опять предохранитель. Предохранитель. Да. Давай здесь оставим дробовик. Потому что мы сюда вернемся. Потом туда возьмем М-ку. А давай... А нет, ты что, дурной? Я не буду оставаться только с пистолетом. Смотри, здесь нету. Значит, больше путей никаких нету. Только мне только туда идти. Только туда. Тогда вопрос. Куда именно? На... Ключ... Роналд Стрит Кей. Улица Роналд. Ключ. Ну.
Ну, дальше что? Пойдем. Нет. Она бургер. Она не хочет, она бургер. Что дальше? Что так запутано? Ну, я так понял, все. Это 100% сюда выходить. 100%. Подожди. Может, здесь все-таки есть какие-то... Так, смотри. Ретрив, два вот этих херню. Хансен Сквер. И один локальций в Саханс Авеню. То есть один в Авеню, а один у Хансен Сквер находится. Их два. А как я их притащу два и не брошу что-то другое свое? То есть здесь специально две развилки, потому что одна в одно ведет, одна в другое. Вот Western... Western Garden. Иди сюда. Моя красавица. Значит, не зря мне все-таки там сделали проход. А здесь они откуда-то, кстати, вылетели. Прямо выбили что-то. Опа. Неожиданно. Так, идем. Все-таки мне сюда. Ой, что я включаю? Как-то он здесь сделал так, что... Так, а где их выкрутить-то? Ну, я так понял, все, это 100% не идти. Сука. 100% не идти туда. Где она? Вот она. Сахан Авеню. Это ж Сахан Авеню? В, Б. Как-то здесь можно... это Б, это ж один в лока... Локации в Сахан Авеню. Где ты? Только не говори, что мне его копать надо. Я не хочу его копать. А мне ж не случайно же мне дали ее, да? Да, блядь. Я, конечно, не хочу ни на что намекать, но походу мы будем копать. Копать будем? Опять, блядь, копатели. Ты где сейчас вообще? Где? Вот. Где? Йо. Как здесь? Оно ж было как-то. Тап. Нет, вот это, нет, вот это. С, В, В, Е. А ты чё? А он не хочет ходить. А почему? Может, пойдешь? Он ходить отказался. Я много чего потребовал, да? Иди. Я тебе ничего такого не нажимал. Ёбаный в рот. Он не хочет теперь ходить. А, все, захотел. Так. Смотрю, там что-то там в улице Трейдинг Сахан Авеню. Ну вот она на Сахан Авеню. Я не хочу опять копать. Я уже накопался. Забери отсюда предохранитель. Бляха-муха, что вот это, блядь, конечно, да. Вот это да. Лопата. Лопата. Не зря мне дали лопату. 100% тебе отвечаю. Кто-то закопал. Кто закопал и где? Ну смотри. Я вот... Вот повернуться назад. И здесь вот типа вот закрыта вот эта вот полосочка. Так ведь? Я здесь все откопал. Нет, он не хочет здесь быть. Кто-то заблокирует дверь. Так отблокирую ее. Ну да, все остальное там. Это 100% я что-то не тогда.
чтоб ты понимал. Он вылазит отсюда. Я 10 тысяч раз пытался это сделать. Он не хотел это делать. Это что за издевательство? Я полчаса ходил, искал, что да как, а в итоге все лишь вот так вот. Это, конечно, это косяк, это загон, это непонятно что. Из-за того, что он криво прыгает и влазит в эти гребаную херню, я так долго сидел и ломал голову, как пройти. Пойдем. Наконец-то хоть какое-то продвижение. Так, что тут? Бургер. Ну, бургер, все. Тоже бургер. Воу, какая музыка. В смысле, а почему все бургер? А-а-а, так ты сразу сказал бы, что здесь проход. А что это? Ничего, ладно, наверх пойдем. Зачем нам вниз? У нас есть верх. Так, а что так? Пистолет? Кто-то пистолет бросил. Сука, мошенники. Убийцы, вандалы. Сразу пистолеты свои бросать. Так, куда мне идти? Что здесь еще есть? Ничего, никуда. О, жизни. А что мне... Блять, это куст. Меня напугал, как будто кто-то бежит. Так, вниз. Вообще, желательно бы, наверное, все-таки взять и подлечиться. Потому что жизни очень мало. Так, сюда? Нет. 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 Пойдем. Пойдем. А вниз не хочу. Ой, блядь. Скотина. Я тоже могу орать. Не ори, блядь, и не смущай меня. Орет так со мною. Так, ну зачем туда, если здесь... Что это такое? Что это? Инвентарь переполнен. Но это что-то нужное. Ты, сука, скотина, а? Опять мне что-то надо бросать. Давай. Что это? А, глок тактический. Во-во-во-во. Подожди, комбин. Глоку. А теперь я могу просто взять глок. Да. А как? А, Z. Вот это вот замечательно я зашел. А если бы не зашел, ничего бы я не увидел. Смотри, как хорошо светит. Намного лучше, чем фонарик. Намного лучше. Вот это вот, конечно, да. Вот это я хорошо зашел. Так, а где мать? Она только что здесь бегала. Так, здесь закрыто. Смотри, как хорошо светит. Правда, оно светит как-то странно. Ой, блядь. Сука, не пугай меня. Всякая говнина бегает, пугает меня. Оно как-то все равно странновато это делает. Очень странно. Так, ладно, нету, идем сюда, в эту сторону. А, это я вышел. Зачем ты вышел? Я думал, все, опять новые развилки. Так, сюда. Интересно, почему-то мне напоминает этот терминатора. С терминатора всякая фигня. Такие музыки, вот эти старых годов, так сказать, со старых фильмов. А значит... Unlocking на теперь... Вы открыли закрытое. Какой я молодец. Здорово. А, да здесь у них хедшоты работают, прикинь. А я-то чё? Я думал, хедшоты не работают. А я ключ никуда не использовал. Жаль. А чё, они не хотят сюда, да, залазить? А есть? Ой-ой-ой-ой-ой! Куда, блядь? На! Прицел немного плохо видно из-за такого. Ну да ладно. Так, опять куча развилок. Мне это не нравится. Так, закрытая дверь. Давай откроем. Откроется?
Открылась, значит, не сюда. Тогда давай походим. Посмотрим, что в этих частях. Кто тут? Может, я тут был? Я тут был? Или меня тут не было? Я не пони... Подожди. Так я тут был! Что-то вы меня путаете. Я тут был. А зачем мне тогда... А откуда здесь тогда столько дебилов этих? Ну ладно. Пойдем сразу. Раз я тут был, зачем... Раз я тут был, зачем мне быть в другом месте? Так, идем. Сохранялка. Патроны. Кстати, патроны из этого света видятся очень плохо. Ёбаный в рот. Ты что, дурной, что ли, это делать? Дурная песня. Вперед меня пугает. Так, давай сюда. Я ж сохранялся. Давай сюда сохранимся. А я, блядь, таймер-то не... Да, конечно. Ну, конечно, да. Почему бы и нет? Да? Ну, скажи мне, да? Да, блядь. Ёбаный сенсор. Ну, скажи мне, что да, а? Я ж останавливал таймер, чтобы походить... Чтобы как бы узнать, что видео записано там столько-то минут. Именно игровое видео, которое я не обрежу. А в итоге... О! Какая песня. Давай со мной. Опа, опять? Совсем дебил. Ты дебил совсем, что ли, конченый? У, блядь. Давай, совай еще. Еще же встанет, говнина. Я серьезно говорю, оно встанет. Оно, вот оно, вот, вот оно, блядь. Эй, я вообще в голову тебе стрелял. Да ебаный в рот. Как раз патроны закончились. Ты под последний патрон полез. Жаль, зря. Так, здесь должно быть что-то. А как их не видно вообще? Они ж... Ой, блядь! Я хотел патроны! Да ёбаный, да ты попади в эту говнину! Пол обоймы, что ли, ее обстреливать? Так, куда мне? Наверх, наконец-то. Так, а куда теперь? А давай сюда пройдем. Музыка, не пугай меня, пожалуйста. Мне и так страшно. А, ну тут, короче, так, да? А сюда зачем? Я тебе сказал, не пугай меня, музыка. Музыка нас связала. Давай ты меня не будешь... Опять вниз? Ты дурной? Зачем ты опять в канализации спускаешься? Ля дурной какой. Он опять канализации спускается. Ну опять сейчас оно будет вот это вот... Да? Ну пойдем сюда. Оно сейчас появится. Оно тут! Нет. Ладно. Я думал, сейчас будет тут. А нихера. А что так темно даже с фонариком-то? Фонарик-то хороший. А темно все равно. Ой, блядь, ёбаный ты говно. Есть. Три патрона, не хватит мне. Ну вот оно выскочило, а. Там три было. Сука. Все патроны здесь поиспользую. А что ей... А, ну да. Почему бы и нет? Когда оно надо, я его и бросил, этот дробовик. Замечательно. Аки... О! Ты заёб. Все, иди нахер, не трожь меня вообще. Да их здесь куча, пошли отсюда, все. Опа! А я наверх. А мне насрать. Я не хочу на вас все патроны использовать. Их там миллионы. Я что, дурной, что ли, на них патроны использовать? Так, а где? Где я?
Так, а патроны есть? Не знаю, патроны, хоть что-нибудь. Наконец-то ты наверх поднимаешься, а? Поднимаешься, нет? Наконец-то. Наконец-то! Да не спускайся, куда ты полез? Куда ты лезешь? Куда ты в эту дырку лезешь? Ты с этой дырки пришел. В этой дырке тебе делать нечего больше. Любитель полазить в дырки всякие. Так, ничего нету, пойдем. Я думал, есть там... Так, а я в новом месте, да? Угу. Ага. Так, а есть кто? Смотри, я могу в хедшот раздать. Так что не надо на меня бегать. Не сюда? А, кто-то что-то тяжелое блокирует эту дверь. Что тяжелое может быть блокировать дверь? Только не говори, что оттуда сейчас какая-то хрень как выскочит. А опять я побегу от этого бензопильщика. У тебя уже эмки, у тебя уже дробовики всякие, все. Уже взрывчатка считай, что есть, а ты бегаешь все от этого дурачка. Так, подожди. А, ну да. Не сюда. Пойдем. 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 Лестница. Ой, блядь. Ложки. Хедшот в голову. Я профессиональный этот... как они называют? Хедшот-раздаватель. А зачем мне лестница? Лестница зачем? Так, маленькая лестница. Так, тяжелая. И Rich Windows. Ой, какой сок Rich, какой Windows. Ты несешь. Так, ладно, где? А я бы не заметил. А есть что еще? Нет, пойдем. А закрыто. А замечательно. А как-то где-то здесь надо ее пристроить. А куда ее пристроить? Сюда? Давай сюда пристроим. Использовать. Нет. Сюда не пристроишь. А вы хоть мне покажите, куда-то пристроить-то ее надо. А, ну почему бы да. Да вот, пристрой. Не хочешь? Нам наверх? Ну нам же сюда. Ну ты что такой дурной? А куда нам тогда? Куда наверх? Сюда? Давай сюда. Нет, не сюда. Да ты меня уже собрался вести, скажи мне, а? Здесь некуда идти. Ой, бляха, муха, я долго буду. Сюда? Не сюда. Ну, назад смысла нет возвращаться, это тебе 100% заявляю. Это где-то здесь. Куда-нибудь сюда давай поставь. Нет? Сюда. Нет? Дурной. Может, все-таки ты... Она даже не открывается. Ну, ладно. Да-да, ну, вот сюда тогда. Нет? Ты точно не хочешь, скажи? А я, мне кажется, надо что-то выкрутить. Куда-нибудь здесь есть что-нибудь, что можно выкрутить. Что можно выкрутить? А, ёбаный. Здесь что-то выкрутить. Ну, неспроста же здесь. Так, ну. И? И что? Да выбей, у тебя лестница есть. Лестница и выбей. Куда ты мне предлагаешь лезть, скажи мне, а? Что опять за тупики? Куда теперь? Куда? Куда? Мне подскажешь? Не хочешь мне подсказывать, куда идти? Я же тебе говорю, мне сюда надо. А он не хочет сюда ставить. А ты, может, поставишь все-таки? Да ты дурак, а?
Может, все-таки ты сюда поставишь? Да какие записи? Отстань мне со своими записками. О! Она не открывается. Она не открывается. Бронова. Да тяжелая блокирует, ты заебел. Что за непонятки в конце начались? Пойдем назад. Хотя смысл мне идти назад? Я отсюда пришел, я не пойду спускаться опять в дырки всякие. Ну там просто некуда идти. Чисто прямая. Так что мне 100% сюда. Так ведь? Это 100%. 100% информация. Что мне надо сюда. Так. Опять, сука, вырезать. Опять вырезать. Сука. Скажи, как я должен додуматься? Смотри, вот он здесь, открытое окно. Вот это что такое? Как я должен увидеть и додуматься? В месте, где везде кровище, вот это обляпанное кровью, что сюда нужно поставить. Как я должен был додуматься? А чё опять вода? Я не хочу опять воду. Сейчас будут опять вылазить эти пиздюки. Бля, здесь по колено. Фу, по колено. Ну, по пояс. Пойдем отсюда. Блять, ну почему первая дверь всегда у меня рабочая? Что же за везение такое? Так, но это не откроется. Это элеватор. Это все не нужно. А наверх? А? Кто такой? Кто? А кто такой? Мужик. Какой-то мужик. Который не любит себя, и он решил, короче, вот это, на голову пакет одеть. Ну, типа, есть такие, которые себя там не любят. Да что ж такое, на везде можно залезть? Подожди. Что происходит? А что происходит? А, это ты? Ой, бля! А нет, а почему? А давай, давай, подожди, а подожди-ка. А так нечестно. А почему патроны закончились? Это он, что ли, скулил? А ты что скулишь-то, а? А я же здесь был. Кто стучится? Ты кто? Ты? Здесь стало по-другому. А что здесь так страшно-то стало? Это же эти записки, да? А, секретные. Ну да, это же записки этих... всяких вот этих. То есть мне отсюда надо забрать эту фигнюшку. А давай сюда пройдем. Да кто стучит? Я сейчас кому-то... А что ты подобрал? А ты откуда это подобрал? Я тебе сейчас по голове постучу. Ты ж ты, стучатель. Да отстань. Стучит, сука, и стучит. Блять, стучит и стучит, сука. Стучит и стучит. Кто? Ай, ебаный в рот. Ты кто такое? А ты кто? А что происходит? Что здесь так много всего и всяк, да? А вообще, хоть бы какой-то приз давали. У меня уже патроны заканчиваются. Так, ля, блядь, стучит и стучит. Сука, какой неугомонный. А где-то непонятно. Он кого-то стучит мне в ухо, а в ухо-то никто не стучит. Блядь, да ты везде можешь пройти. Нахера? Скажи мне. Нахера тебе везде проходить? Монстров всех пособирать, а патроны кто будет потом давать мне, а? Патронов-то нету. Так, и да-да, вот это вот, конечно, то, что он приближает, вот это вот это неправильно, он не так должен работать. Бляха, страшно становится, что-то мне прям в этом месте. Ну, пойдем. А никого. А элеватор, а не работает элеватор.
А зато здесь все работает. А куда мне? А есть... Так, это... А есть какое-то предположение... Где? Есть какое-то хоть предположение, где эта дрочь-то находится? А, кстати, эта дверь, наверное, не открыта была. Ой. Так, я, конечно, все понимаю, но вот что надо. Как бы... На! На, блядь! Пистолет не используем, и так пистолета нету, а причем на него... А, ну да. А здорово. А ты знаешь, ты тоже бы, я думаю, хочешь получить. На. Ну, но хера. За компанию. За родину. За мать, за отца. За вот таких вот двух дебилов. Так, ну нашел вроде правильный путь. Это ж правильный путь. Я здесь не... Подожди. Я же здесь не... Да я понял, понял. Хорош. Харе. Я же... А я же тут был, я же тут не был. Я не понимаю. Вот везде где-то можно пройти. Вроде все старые места. Что-то вот... Отсюда! А он отсюда. А почему ты? А давай сохраним... А здесь... Ага, здесь есть сохранилка. Я ж помню, что здесь есть сохранение. Так, а может патроны какие-нибудь? Я не знаю, а? Как бы патроны заканчиваются. А мне нужно... Да ты везде можешь ходить. Да ты задрал, я сейчас запутаюсь. Это что же... Ай, блядь, ты кто? Один лишний. Да опять один лишний. Не стреляй одну лишнюю. Патрошку. Патрошку лишнюю не надо использовать, понял? Вот это долбит мне в голову вот это. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, открой эту. Не хочешь? А здесь, кстати... Ага, я здесь... А давай пройдем. А может уже след... Давай в следующей серии. Я как бы сохранюсь еще один раз, чтобы потом не перестреливать заново этих дурачков. Уже, наверное, в следующей серии... Да, бляха-муха. Так, в следующей серии мы начнем. А с вами был канал Black Cosplay. И до встречи в новых видео.